Доброго здравия и Божьего благословения, дорогие братья и сестры. Находимся мы в пустыне Святого Афона, Катунаки. Уже седьмой день. Последние два дня мы находимся в Высихастирию. Это такой, как Калива. Вот, и не выходим, потому что здесь очень жарко. Температуры переходят за 40 градусов, и очень такая сильная жара. Поэтому мы не идем никуда, находимся здесь. Были два праздника вот здесь, это апостола Павла и Петру. Всю ночь была литургия, гребнее была. И вот сегодня праздник святых Анаргир, это Кузьмы и Дамьянос. Вот. И сейчас это время 10 часов утра, и мы вот сидим с Игорем, пьем кофе, и вот скоро будет трапеза, и пойдем мы завтракать или обедать. Вот. Мы будем еще здесь и завтра, а потом мы поедем на Панигир в Мегисти Лавра, где будем еще три дня, и оттуда уже закончится наше паломническое путешествие. На этом, дорогие мои братья и сестры, следите за каналом. Когда я вернусь в Афины, тогда я буду вытаскивать все вот эти вот разговоры отшельников, подвижников, монахов, и вот все эти красоты будете видеть на этом канале. Будьте все счастливы. Доброго здравия всем. Пока-пока.